Идем на катер, плывем дальше. Солнце мое, тебе понравилось? Экскурсия тебе понравилась? Отстаньте от меня. Я не запоминаю вашу информацию. Она, по-моему, всю Россию за вдоль и поперёк. Да, она у нас самая прогрессивная собака. Мне пап жарко. Тав-тав, путь. А, сейчас хорошо, ветерок будет. Да, с ветерком. Видишь, как хорошо. Прибыли на форт Павел. Такой разрушенный. У нас здесь самостоятельное время, без экскурсии, но нам сказали, поляна здесь есть, где очень много земляники. Еще 756 год. Памятник истории и культуры охраняется государством. Форт император Павел I. Сейчас будем здесь пробираться. Да иди, Игорь, я сойду, не бойся, не волнуйся. Видите, волны заливают берег здесь. Прямо бьются. Как камни выложили. Прямо сад камней получился. Я давно хотела покататься по фортам. А тут, представляете, гроза и дождь. Вчера, позавчера, по прогнозам, завтра, послезавтра. А сегодня единственный солнечный день. Вы что, землянику пришли собирать, что ли? У нас же дома земляники много. А тут сладко? Ну, лесная, нормальная. Здесь реально очень много земляники. Я тебе собрала земляничку. Спасибо. Ну, ты возьми половину. Я не хочу ее. Я дома ее наелась. Бабака. Папа, а мне? Чего мне ты не дал земляничку? Ну-ка, быстро собачке дай. Тав-тав, держи земляничку тоже. Ты моя зайка, земляничку надо съесть, да? Да что мне нравится, смотрите, это форт. Разрушенный форт. Но кому-то было не лень высаживать здесь смородину. Много кустов смородины. И тут же вот металлолом всякий, да? Вот какие-то детали, пушки. Да, детали. Мы как в поле оказались, а не на форте. Тафочка. Да, мама. А это что за место такое? Место занято, написано там. Пушка, ой, этот котел какой-то стоит, написано. Место занято. Жарко. Да, жарко что-то стало очень, да? Земляники здесь просто вагон. В лес ходить не надо, можно сидеть и собирать землянику.
И мошкарик тоже. Парочка моя сладкая. Парочка моя сладкая. Да, здесь совсем-совсем все разрушено. А смотри, туда кто-то внутрь проникает, там внутри надписи есть. Такая трещина, да, идет. Видимо, скоро на две части все расколется. Развалится, точнее. Тут он. Пырзик тут. Тут пырз. Ладно, поедем дальше. Так, ну что, мы высадились у этого маяка. Это два таких маяка аналогичных. Они показывают кораблям фарватер. Кораблям, которые выходят из Санкт-Петербурга. Как я и говорил, высота 45 метров, внутри 45 метров. Ступенек винтовой лестницы. 150 ступенек винтовой лестницы. Всего хорошего. Я ожидаю вас здесь внизу. Так, кто туда смелый подниматься? Давай, пошли ты на 20 этаж. Ой, ты что, это было давно и неправда. Что, вы серьезно полезете, да? И что, какие шустрые. Так а что, зря приехали? Ну пошли, ладно. 150 ступеней, Тамар, туда вот так. Тамар, 15 этажей. Я вас здесь подожду, друзья. Игорь. Ты сфотографируй сверху тогда. Ну, ты давай вот сюда поднимемся отсюда. Хорошо. И обратно. Не хочу я наверх лезть. По такой лестнице. Очень узкая. И неудобная. Здрасте. Между прочим, мы все лезем и лезем. Тут сказали 200 ступенек. Да все, пришли. Почти. Я иду. Так, мы это сделали. Самое сложное было не винтовая лестница, а вот это. Здесь даже зацепиться не за что. Выходим. Смотрите, вот это форт Александр. Его же называют чумной форт. А чумной он потому, что в начале 20 века там разрабатывали лекарства от чумы. Или он стоит? Наверное. Ну вот, ты видишь? Кронштадт. Вот, видишь, главный морской собор. Кронштадт, вот я имею в виду там, Никольский. Тав-тав, тебе не страшно на такой высоте, а? Страшновато, мама, но с папой ничего. А нормально, а тебе-то само не страшно? Нет. Я вниз не смотрю. А вот вниз посмотришь, сразу как-то захватывает. Да, когда вниз посмотришь, так. И понимаешь, здесь есть тоненькая такая. Перила тоненькие. Везде всегда лазаем,
Тут последняя лестница очень нехорошая. А вот здесь виден уже Санкт-Петербург. Видно башня наша, кукурузина. Башня Газпром. Вантовый мост отсюда виден. Я не знаю, вам, наверное, нет. Там где-то внизу наш катер. Все, мы слезли с самой неудобной лестницы в моей жизни. И начинаем поход вниз. Да? Да, 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 здесь скользковато, есть такое дело. Ты что там смотришь? Аккумулятор. А, аккумулятор? Ну, пошли вниз. По таким махоньким ступенечкам. И везде с нами наш верный пес. Так, мы забыли посчитать ступеньки. Игорь предлагает ползти обратно посчитать. Здесь реально, видите, они такие узкие, что приходится ногу вот так только ставить. Ура! Виден выход. Ну что, мы это сделали? Я не думала, что мы будем подниматься туда. Ура! О, там мы были. Да, он окаменел. Кто на маяке побывал? Там ходят все, прижались к этому. К маяку самому бояться. Голова как кружится, висит там. Красные маячки – это верхние и нижние николаевские сборные знаки. Они уже обозначали форматом кораблям, которые шли из моря в Петербург. То есть, если были из Петербурга, то эти наоборот. Точно так же, чтобы идти по фарватеру, необходимо было два этих маячка держать в створе. И в нижнем николаевском створном знаке, в трубе, видите, окошко такое, в окошке должен был гореть свет. Приходили в Петербург, были, соответственно, большие осадки. Дойти именно до Питера не могли. Поэтому перегружали здесь на более мелкие базы. Чумной форт. Вооружение форта составляло Александр Первый. 4 орудия. 3 закрытых яруса, 4 орудия. Видите, он как Форт Боярд. Но он сейчас на реконструкции находится. На всю историю противочумной лаборатории здесь было 2 человеческих смерти. Врач-микробиолог и фельдшер. Смотрите, этот форт войны не разрушили, но разрушили 90-е годы, потому что здесь устраивали вечеринки, все разграбили, высокие децибелы музыки, тут пати устраивали. В общем, форт разрушили люди уже практически в наше время. Мимо дамбы проплываем сейчас. Прибыли. Форт Константин. Откуда мы отплывали? Главные выходят. Так, люди, видите, прямо здесь купаются в Финском заливе. Ну а мы с вами увидимся чуть позже. Всем пока, до новых встреч!